Итог! Итак! Делириус! Что? Где они? Где они? Кто они? Мне нужно собраться с бэт-мыслями. Ты же бэт как летучая мышь. Да, я летучая мышь. Или ты бэт как бейсбольная бита? О, я хотел быть бейсбольной битой всю свою жизнь. Да? Я хочу, чтобы меня держали. Как бейсбольную биту. Чего? Я думаю, это норма. Всегда хотел, чтобы меня сжимал в руках качок. Чтобы он кинул меня в другого человека. Я хочу попасть ему по шарам. Ага. Ты хочешь мне что-то рассказать, Бэйн? Нет, ничего. Я хотел сказать привет. Привет? Ты хочешь поздороваться с ядовитым плющом? Так ты ядовитый плющ? Держите её! Ловите ядовитый плющ! Ловите её! Да! О боже! Я покажу тебе, почему меня зовут Темным Рыцарем. Да, объясни нам. Где ты? Где ты? Не волнуйся об этом. Почему ты говоришь как Бэтмен? Не волнуйся об этом. Может он Бэйн? Все Бэтмены, идите за мной. Может он превратился в Террорайзера? Какого еще Террорайзера? Погодите, он Бэйн! Он Бэйн, ловите его! Ты был прав, он Бэйн! Куда он ушел? Куда он ушел? Это он? Я не знаю. Нет. Может он зашел сюда? Он точно не забегал в переулок. Его нет в переулке. А ну-ка, блин, погодите. Его нет в переулке. А ну-ка, блин, погодите. Беги, чувак, беги! Он остался где-то сзади! Погоди-ка! Чувак, удели нам секунду! А ну-ка, блин, погоди! Погоди! Да кто же он? Кто из них он? Да! Чертов ублюдок! Я знал, что это был один из вас, парни! Я зашел в пустую комнату! Я зашел в пустую комнату, и там сидели два Джокера друг напротив друга! Так, и какая у тебя тактика, Венос? Ну знаешь, я просто буду танцевать около этого столба. Ладно. Пока кто-нибудь не убьет меня. Прикольно. Пока кто-нибудь не выстрелит мне в спину. Ты выглядишь очень ядовито. А может, ты хочешь узнать, откуда у меня эти шрамы? А у тебя разве есть шрамы? Не знаю, тебе лучше видно. Посмотри, у меня есть шрамы? Ну да, есть парочка. Ну ладно. А хочешь узнать, как я выучил эти движения? Ну и как ты выучил эти движения? Вау, он едет на машине! У него тачка! Это Бэтмобиль! Это Бэтмобиль! Какого хрена? Уйди с дороги, сучка! Ты убил его! За что? Он убил Бэтмена! Вот черт! Да! Какого хрена? Делириус, я прямо за тобой! Это ты? Гляди, что я могу! Вау! О, да! Мне нравится эта идея. А зацени вот эту комбинацию. Ну давай, покажи мне. Ты убил меня, что? Я умер из-за тебя. С чего это ты умер из-за меня? Он стрелял по тебе, попал по мне. Я увидел твой танец. У меня просто очешуительный план. У меня тоже есть хороший план. Эй, Венос, ты видишь меня здесь? Ладно. Это и есть твой план? Да. У Веноса отличный план, мне нравится. Так, ладно. Я буду тебя подбадривать. Давай, ты справишься, чувак, ты справишься. Я верю в тебя. Так вот вы о чем. Ах ты кусок дерьма! Ты просто кусок дерьма! Парни, я убил одного! Ты сбил меня! Что? А я убил кого-нибудь из них? Да! Ты убил Форзира! Да! Да, я завалил его! И тебя я убил, Делириус! Ага! Правда, я застрял и не мог двигаться! Скажи мне, Бэтмен, ты хочешь потанцевать? А чем ты вообще? Бэтмен, ты не удивлен, что случилось с Робином? Его вообще можно удивить. Он позади тебя. Чего? Прямо впереди. Обернись, он у тебя за спиной. Нет, он не знает, о чем мы тут говорили. Он ушел, он уже ушел, Марсел. Он просто испарился. Вау, Марсел! Я стрельнул в него, и у меня отняли жизни. Потому что это не он, ты просто слепой. Иди назад, чувак. А, черт. Беги. Он потерял его. Марсел вышел на охоту. Убей его! Сделай что-нибудь! Нет, в другую сторону! Он выстрелил в другого чувака! Серьезно? Осторожнее, мне кажется, нас сейчас задавят.
Через 18 секунд мы узнаем, так ли это. Не знаю почему, но я это чувствую. Разбегаемся сразу в разные стороны. Кто тут хотел скорости? Разбегаемся! Венос, нет! Я отомстил за тебя! Он убил нашего Бэтбра! Эй, Бэйн, Бэйн! Добро пожаловать в мой магазин! Что ты продаешь, Бэйн? Вам я ничего не продам. Но вы можете сфотографироваться со мной. Точно, парни, это же Ом и его пластиковая банка. Это же Ом! О май бог! Да, и эта банка наполнена моей уриной. Ты фанат Террорайзера, что ли? Ага. Я слышу восхищение в его голосе. Этот Бэйн в восторге от Террорайзера. Может, тебе что-то нужно? Ты покупаешь вещи? Да, я покупаю пистолеты. Мы все выстрелили в него. Это тебе как бонус. Он близко. Здесь подозрительно много пугал. Значит, у вас есть хорошие шансы, раз уж я рядом. Как же много здесь пугал? Он присел, и я умер. Стой! Нет! Это было не пугало! Рэйчел! Он напугал меня! Нет! Почему ты схватился за задницу? Ты обосрался перед смертью? Нет! Это случается время от времени. Эй, эй, эй! Ты пришла сюда, чтобы попасть в видео? Да вы издеваетесь! Она просто хотела стать частью команды! Она хотела поучаствовать! Ты круто отвлек его, Делириус. Это все было спланировано. Да! Сукин ты сын! Парни, у меня есть план! За мной, за мной! Это хороший план! Видите это? Ага, да. Вы видите это? Да, да. Так, хорошо. Нам надо попасть... Ну, вы знаете. Вы знаете. Нет, я не знаю. Ты ничего не объясняешь. Парни, садитесь сюда. Садитесь сюда. Ты нам ничего не объяснил, чувак. Да, парни, садитесь сюда. За что? Это был просто отличный план. Просто, блин, отличный план. О, братан, да ты просто гений. Это была какая-то жесть. Ах ты кусок дерьма! Он убил его! Он собирается всех передавить! Да! Он был Бэтменом у меня на экране! Он почти всех переехал! Аккуратнее, мистер Бэтмен! А ну стой! Аккуратнее! Стоять! В кого ты стреляешь? Он стал невидимым, он здесь! Я его не вижу, 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 я его не вижу! Да, конечно, ты знаешь где я. Я его не вижу! Ты знаешь где я. Я его не вижу! Да заткнись ты уже! Я знаю, что ты видел меня, я знаю, что ты меня видел! Я не видел тебя, Эва! Нет, ты видел! Хватит уже притворяться! Хватит притворяться! Что это было? Это была трубка? Вот же ж врун! Я знаю, что ты идешь за мной, Марсел! Вот ублюдок! Марсел, я знаю, что ты идешь за мной. Я знаю, что ты просто врешь. Ладно, давай, убей меня. Хватит. Хватит ходить за мной. Марсел! Чего тебе, ублюдок? Я знаю, что ты знаешь, кто я. Просто стреляй уже. Да я понятия не имею, кто ты. Хватит играть в эти игры. Эта шутка затянулась. Завали хлебальник. Эта шутка слишком затянулась. Эта шутка слишком затянулась. Он Джокер! Эта шутка затянулась. Да нифига он не Джокер! Что за хрень? Где ты? Я в Бэт-пещере, сучка! Чертов ублюдок! И что ты будешь делать теперь? Что это за хрень? Что это? Это что? Это типа Бэт-крюк? А ну не трожь мои прибамбасы! А у тебя случаем нет туалетной бумаги в Бэтмобиле? А то я только что здесь погадил. Нет, я не пользуюсь туалетной бумагой. Где она? Она здесь. В Бэт-пещере. Ты украл мою подругу и спрятал ее в пещере? Да, Альфред сейчас готовит нам чай. Звучит так, будто он в колодце. А ну заткнись, чувак. Ладно, пора залезть на горку. Чего? Давай, я сижу на горке. Ты серьезно? Я сижу на горке. Он реально на горке. А, черт! Нет! Стоп, мы победили! Да, мы победили! Короче, если я хочу стать лучшим Бэтменом из всех, то я должен тратить по одной пуле на человека. А что если... Нет, это не он. Может, это загадочник?
Да, точно. Да вы, блин, издеваетесь. Мы раскрыли тебя. О, черт, он пытается задавить меня. Держи его, держи его. Он уходит, он уходит, он уходит. Валите его, валите его. Куда он делся? Он все еще в машине. Он уезжает. Нет, он не в машине. А, да. Я невидимка. Он невидимка, но почему-то я иду за ним. И вижу у него на спине знак вопроса. А, блин, нет! Черт возьми! Я не знаю, где он. Он здесь, у меня. С таким мелким чуваком я справлюсь в одиночку. А ну, убирайся из моего ресторана! Что за хрень творится в этом ресторане? Помогите! Помогите! Что случилось, Бэтмен? Он застрял! Я спасу тебя! Ты серьезно? Я пытался. Ты худший супергерой из всех. Да куда он подевался? Лучше поглядывай по сторонам, особенно сзади. Что? Почему? Лучше поглядывай по сторонам. Зачем? Чтобы не пропустить большой взрыв. Ты хочешь взорвать кого-нибудь? Да, так что держите ухо востро. Чувак, хватит уже шариться в этом доме. Дай этим тёлочкам спокойно поработать. Судоку! Мы сделали это! Он реально взорвался? Нет, он превратился в столбик! Ты ведь не ожидал такого? Конечно нет, я чуть не обделался! О да! Это отличный план! Да, это очень хороший план! Очень хороший! Очень хороший! Очень хороший! Вы серьезно? Ваша мать! Мы сделали это! Вы все куски дерьма! Мы победили! Да!